Хочу порекомендовать вам канал моих друзей, который называется MossParkRu. На канале вы найдете множество обзоров интереснейших игрушек, среди которых карманный квадрокоптер, машинка, которая работает на соленой воде, обзор модели ракеты, подводная лодка на управлении, которую можно запустить у себя в ванной, а также множество других интересных видео. Канал молодой, но очень интересный. Я лично подписался. Ссылка в описании. Всем привет! Вы на канале Алекс Бойко, и у нас очередная посылочка с сайта AliExpress. И это вот такой вот у нас конвертик небольшой, а внутри находится у нас, тут написано, видите, кейс. Но это не кейс, это браслет. Сейчас я вам открою и все покажу. Так, так вот продавец его завернул. Откроем, это мы уберем. Вот такой вот браслетик, но это не обычный браслет. Смотрите, здесь есть гравировка. Я когда узнал, был очень удивлен. А, кстати, я забыл сказать. Видите эти ручки? Сегодня на распаковке со мной мне помогает распаковывать Настя. Настя, скажи привет. Привет. Настя поздоровалась тоже. Она будет сегодня просто смотреть и помогать мне. Итак, смотрите, это вот такой вот браслет. И на нем гравировка, посмотрите, написано «Алекс Бойко». Неужели китайцы знают, что есть такой Алекс Бойко? А все дело в том, что вы можете сами на сайте при заказе этого браслета выбрать цвет. И там есть разные цвета, если вы перейдете по ссылке. А также вы можете написать любое слово и выбрать шрифт. И вам напишут любое слово, какое вы захотите. А также там есть небольшие значки, логотипчики, которые тоже можно вставить, смайлики и так далее. И вот такой вот можно сделать оригинальный, необычный подарок. Либо для себя, либо для кого-то написать какое-то свое, любое слово, и вам его выгравируют. Стоит он $2.5, по-моему. Посмотрите, ссылочка будет в описании. Пришел довольно-таки быстро. Вот так вот он одевается. Сейчас мы его оденем. Оп, защелкивается. И вот так вот он прикольно выглядит на руке. Настя, тебе нравится? Да. Красивый, да, такой браслет? Да. Прикольный. Главное, что очень оригинальный и чисто под вас, с вашим словом, с вашей личной гравировкой. Ну, вот и все, ребята. Кто хочет выиграть такой прикольный браслет, причем со своей личной гравировкой, с любым вашим словом, надписью, именем, названием и так далее, участвуйте в нашем конкурсе. Все условия конкурса есть в описании под этим видео. Перейдите, почитайте. Ровно через неделю мы определим победителя. А у меня на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Пока-пока. Настя, скажи пока-пока. Пока-пока.